говорили, давай. Да. Так, меня зовут Толик. Моя идея имеет нечто общее с проектом про карму. Значит, какая идея? Представим, вы с утра выпили чашку кофе, поцеловали жену и сели за руль, поехали к себе на работу или куда-либо. Какая возникает ситуация? Необходимы данные. Первый объем данных, который мы получаем, Яндекс.Карта. Мы смотрим на пробки, где мы можем проехать, где мы можем взглянуть. Это ок, это решено. Вторая, не то что проблема, инсайт данных, которые я предлагаю предоставить посредством подобного сервиса, это то, основа принятия решений, как себя вести с водителями на дорогах. То есть люди есть разные, люди хорошо водят, плохо водят с точки зрения личностного поведения. Пример решения – это на мобильном устройстве. Камера смотрит на три машины, которые перед вами, центральный ряд, боковой ряд, смотрит на номера и предоставляет информацию. Человек плохо себя ведет на дороге, человек то есть, там кому-то кого-то подрезал, где-то запарковал, и вы как бы уже заранее знаете, что от этого лучше держаться подальше, если тем более едете на скорости. С другой стороны, мы видим человека хорошего, который очень торопится и влезает в ряд. Вы его смотрите, что он зеленый, вы его пропускаете. Все будет. В прошлом году такая была идея еще. Да. Она реализована в Москве. Давай. Ну, окей, может быть. Я как бы фуфан. Также как бы, реализовать это на примере сайта, чтобы собирать статистические данные. Благодаря внимательным водителям мы сможем посмотреть, какие автомобили там попадали в аварии, нет, чтобы если мы бэушку покупаем. Также по карте посмотреть, где эти люди водятся. Чтобы объезжать. Да, да. И какие люди какие автомобили водят. То есть, вот Яндекс.Пробки, а Яндекс. Да, вот вся информация, если это можно. Следующая штука, она ложится в IBM Smart Planet программа. Обратитесь в IBM. У меня вопрос. Да, но они не серьезные, не серьезные. Ты на Альшанском был вот на краш-тесте, вот когда там в среду был? Нет. Тогда странно, потому что тогда нормально. Второе, ты хочешь это делать, именно собирать видеорегистраторы, записи, или ты хочешь, чтобы у всех были свои мобильные приложения? Это не регистратор, он не собирает видеопоток, он просто как бы анализирует его. Железо свое будет или чужое? Нет, это ну, приложение на мобильное. Как метится идиот? Все, понял. Что? Как метится идиот? Не, мобильное, ну просто... Я не слышу тут перебивать. Как идиот на дороге метится? Как ну, да. Ставит? Ну, не обязательно идет. Тут задача не найти идиота, задача пальцы, найти как плохих, так и хороших. Пальцем, просто выбираешь. А, ты имеешь туда, на мобильном? Да, ты раз нажал, оно запомнило, а потом опишешь. Сфотографировать раз, нажал, сфотографировал. Ну, а что рубить? Ты программист? Привлекать водителей не будет подавать? Ну, дело такое, как бы. А вот они приедут, они не отвлекают? Да, некоторые говорят по силе. Все, кто подписчики, автоматически получают плейлист. Вопросы есть. Ты программист или кто-то? Мне нужен желательно мобильный разработчик, я дизайнер, бэкэнд как бы есть. Ну, все welcome. Спасибо. Спасибо.